Французы. Вот, так, ребята, все ясно. Короче, смотри. Санек, идешь. Да, подожди, так, мы. Санчес, дай сейчас подожди, Олег, надо сказать. Вы что, Олег, бери французов, у них есть тяжелый минак 120, потому что у русских будет. И еще у них танк быстрый. Так, да. налево у нас идет Бизун на пятую. Я меняю тактику. Да. На четвертую идет ЗКВ, на центр также Аллегра, на вторую идет Дельфин, а я иду на третью. Вот так. Хорошо. Асус также на авиации. И все берем ПЗРК и мистер Али и прочие. Ну ладно. Санчес, я беру немцев. Я хочу на немчаре поиграть. Я старый карга беру. Блин, я так надеялся поспамить этими ММПшками. Ты хочешь, чтобы англичан карга беру? Все равно спамить. Не, нормально там, кстати, я нормально играю. Не, Бизон, понимаешь, что-то они будут хуже работать, сильно хуже, чем там. Ты поддержи мою высадку, просто я не могу танки контролить, летя вертолетом. Хорошо, я поэтому говорю, то, что я буду брать да, этих немцев. Чтобы меня запас. Ну смотри, я буду кидать туда, вот за третий, видишь, уголок там, вот это поле. Не на ферму, а вот с конца, с края справа. Вот, кстати, смотри, там крайние поля пустые есть. Я их специально оставил, именно крайние. Да так пофигу, мне главное успеть туда, чтобы какая-нибудь техника была там по-любому. Жень, либо знаешь что? Правую бы карту чуть-чуть левее сдвинуть. Можно, да. Так, где мой гидрокоптер, хеликоптер? Так, вертолет я беру, если что, если кто-то британцев взял. После моего вылета летите. Вот Димка поменял Татра, заебись. И картинка теперь появилась, хотя бы. У французов она тоже, кстати. Она была еще и в прошлом. Мини-карты, иконки не было. Это в этом добавили. Я же знаю, я же собирал машинки тест. Машинки была. Ну, иконки не было. Машина была, иконки самой не было, да. Сейчас и у спецназа Франции, точнее, расчет снайперский, расчет тоже появился. Тоже. Ой, как медленно! Вы серьезно? Да, потому что Димка изменил этот разгон. Да это вообще жесть. В горочку мы теперь не едем. В горочку все. В горочку все, это пиздец. А почему в горочку? Она по дороге еле едет. Так в горочку по дороге еле едет. Вон у меня танк уже, видишь, ехал по пультому на живот. Пипец! А машинка стоит в жопе. Танк справа. И ёшкин кот, как нарочно из пехоты. Левый фланг, слышишь? А, видели, блядь. Да? Дельфин, ты... А чё за лаги такие? Я вижу, только ты меня обрадует. Я пока отвлекаюсь. Хочу день... Хочу безад, я... Хорошо, хоть в 80-ке говно. Сейчас тебе помогу с танком. Еду уже. Ты мне с танком помогать? Мне не надо. Нет, не тебе, Бизону. Нет, Бизону. Бизон, пошли два танка. Че? Я промазал. А я попал. Отлично, я тебя догоняю. Но он еще живой, сука. Блин. Что-то странное. Попал. Скотина, что за бред? И прикинь, я в столб попал вместо этого. Сейчас я выйду. Сейчас я это дело выкинул. БВшка слева. Так, электрон. Не попал. Осторожно. Вон борт подходит. Куда мы лезем? Куда летим? Все, ему плохо. Отступай. А, он жилку живой, но сейчас попробую выбить. Давай, работай по ПВшке. Я тоже по ней буду. Не достаю, я лучше по ушке буду. Переборщил я немножко с растительностью, подлагивает. Надо убирать. Да, это вообще пиздец. Ну это ладно, это уберу. Как раз для теста и брал. Не проблем. Что-то у меня какие-то проблемы с этой ушкой. Просто поменьше. Ну и плюс что-то РФ проще сюда добираться. На левый. Потому что, блин, у нас есть гениальный человек, который настолько снизил скорость, что у меня еле-еле приехал техника. Я на гусле. 80-ку тоже поломал уже. Ну на гусле. И, сука, самое смешное, она еще жива до сих пор. Угу. Еще и мажу, сука. Ладно.
О, мы танцуем. Классно. Обожаю. Классно, классно. Туры идут. Танк жопа. Туработка. В центре Рауля. Нам. Ладно. Сейчас я его убью. Я ползу только до нее. Оп, 80 выживается? Чё-то аж... Ой, опять нет. Прям пизда в говно. Так, я через 20 секунд беру Ренове. Короче, ясно. К следующему тесту профио. Сейчас больше не играем на её. Ну, надо было проверить. Да, тараситель чересчур. Надо так, Лёха бы 10 поубивал. Чё, блиц, 80? А, нет, всё, окей, стоп. Сдох он, конечно? Да. БМП, ты чё, в тылу, всё, попробуй выйдет, всё. А, ты не будешь поедать, ты можешь выйти. А с чего, откуда? Я пехоту мою продвигать. Так. Взял Ренове, едет. Пока пехоту буду раскидывать. Ну как же медленно едет? Ты чё с 80-ками, сука, сегодня? В смысле? Живут, блять. Да. Причем очень хорошо живут. Самолет центр. А я живой, у меня хашка попала по леопарду, нормально. Лёпику вообще пухой, хорошо. Да? Хороший танк. Я вспоминаю Бизона, да. Правда, лучше, Абрамс 600 килограмм блок танкует. Так, блин, у меня выбили башню. Где мы так по точкам проседем? Где? Слева точно. Ты ему пушку сломал, походу. А сейчас он сгорит. К тебе батарея. Блин! Ну как я это люблю? Чтоб ты понимал, у меня ни один модуль опять не сломан. Норма. Реалистично, блин! Какой хуйня. Так, мой танк приехал, все, давай будем давить. Просто там реализм. На ВПЦ-ку придет, а, самолет центр. Бомбер. Только он в пустоту, по-моему, откидал. А вот это уже забака не в пустоту. Что там у тебя перед тобой? Только пехота? Что? Перед тобой только пехота? Хуй его знает, что бы знать, что у меня передо мной. Танк слева. Бомбица, предупреждь, да, хотя бы. Не, я только, у меня только сейчас он за свете появился. Еще центр. Центр самолета. Бизон. Бизон, это два танка. Танк. Блять, и у меня не попадает. Я отступаю. У меня АЗ повреждён. Ну ладно. Хуя у тебя. Отступаю пока. Он сейчас прям на его пехоту идет. Прикольно. Пулемет сломан, ничего страшного. Все, приходит, приходит, отработал. Все, Лёпик загорелся. Сейчас я забейте. Смит. Сволочь, он мне чуть танк не убил. А танк еще. Да, блин, какой корпус разрушен? Не разрушен он, сука, дебилоид, блядь. Еще. Не. О, вот. Мне надо срочно зачинить, я не могу работать нормально, мне приходится еще час, чтобы пушку выбрать. Блин, у меня пехоты не хватает. Все, я отступаю. Слышишь? Да, да, норм, норм. А, самолет вылетел. Спасибо. Саня, а, спасибо. А? Надо, хочу на центр заезжать. Слышишь? Да не там. Знаю, чем он меня лупит, откуда. Мне пока как бы не очень. У меня тоже. Через 20 секунд беру ВПЦ-2. И помогу тебе вами-то на центре. Окей, спасибо. Надо на центр заезжать.
О, он тут дебилы, оказывается, французские. Целых три человека осталось. Воу, классно, сейчас мы будем десантить. Метки для бомб есть? Нет, да, был, есть, вот танк стоит без экипажа, кидай. Это по скорости. Слышишь, ой, как я забыл про гранатомет? Тут уже побывал, тут... где дымы, блин? У меня дымы. Не понял. Хуй пойми, куда полетели. Я могу слева откидаться, чтобы дальше продвинулись. В принципе, вижу, где пехота. Ну, это уже можешь кинуть, да. Сейчас Бизон, я танк почти починил, тащу уже ММП. А ты можешь кинуть по метке, где я скажу? Конечно. Вот сюда здесь пеха есть. Угу. И чё? Там где-то еще в тур был. Ну, в тур, может, уже увели, а вот пеха там оставалась. Не могу. Нормально. Блин, жесть, она по полю настолько медленно едет, я даже не знаю, как это сказать. Метка, блин. Скажи, Димка молодец. Так, не так. Не, конечно, это неплохо, так, такую хуйню делать. Но не настолько медленно. Но надо править тогда скорость, типа, пересеченки нормально. Потому что раньше техника реально летала, разгонялась быстро. Блядь, а теперь она вообще не хочет разгоняться. БМП, расколошмать. Его поломал, но там еще танк. Мы сейчас танком поможем. В танку пошла ракета. Угу. Вы которые на центре лупите? Да. Я просто тоже к празднику хочу присоединиться, сейчас присоединюсь. Что там, бэху убились? Не надо, я сам выбью там посольника. У нас штурм где-то тут, слышишь, Бизон? Осторожно. Да, я видел. Будет свет, будет убит. А вот по этому танку ты смог, он без экипажа я, был. Я сейчас говорю, подбил его. Ну ладно, сейчас еще один курс сделаю. Стрела до центра мёртвая. Сейчас не СГС, я говорю. Санчес, пошла ракета. Давай. Ломится тигр с АГС, я тебя повредил, сейчас выбью скоро. Окей. Okay. Танк. Живой, там вообще живой. Пофигу. Они просто танкуют все. Ну это же, блядь, леопарды. Они же за такую стоимость должны хоть что-то танкуют. Например, Х-25, да? Х-25, да. Башню. Чтобы ты понимал, меня кое-кто убеждал, что 100% всего. Все, за центром ничего не осталось. Мне танк убили, за центром ничего не осталось, ребят. Бомбит, сейчас надо выходить на центр просто. Я делаю. Кстати, обрати внимание. В воздухе висит. Подождите, я вызвал миномет, а у меня кто-то говно уехал. Ой, кому где? Я что-то сказал? Машина, миномет отцепился просто. У тебя на истории стоит. Смотрите, куда я поехал. Я понял. Да, вижу. Лупи его. Блять, зря ура, ты по их ура. Территории гонял. У меня ракет уже не было. Давай, 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 выбивай, сказала. Все, ищи, ищи самолета. Самолет ты посбил, у него один ОРВ такой. Сейчас вот тут и все. А, ты с тобой идет. Пойди. Ушел. Иди к фронту. Ай-яй-яй, что, мне выйти? Да ладно, да. Нормально. Ты посмотри, вот, как я быстро еду, блин. Как же это, вот прям, ты понимаешь, жопа от этого. Горит, это понимаешь, играя вроде в танке, горит жопа. Давай, Мамита, я уже все почистил. Давай, просто заползай к охотой. Сейчас я еще больше выбью. Дельфина, через тебя вернусь, там у тебя тут туров много было? Вражеских или моих? Вражеских. Она, я попробую продать. КВ, ты сам-то где сейчас? Я вот тут, да, ухожу сейчас за фронт. А мне хотя, может, ой, проехать, ой, а не ломать? Короче, Мамита, я тебе сделал дырявый центр, занимай быстрее. Кстати говоря, у меня что-то какая-то фигня произошла после правки местности с этими, с проводами. Они раньше нормально падали. Все. Так, Бизон, теперь я иду на наш план, ты что-то починишь? Колесо. Я танком поехал в проезд, наглую. Давай, ломай, ломаем фронт, слышишь? А я это и делал. Бизон, что там у нас есть интересного? Ребят, может кто пехотой? Да хуйня всякая.
Сейчас я починю ВВЦ колесо, едем сейчас разъебывать наш фан. А у них кто на лётке-то? Димка. Тимош за центром, вот Тимоша я... Серьёзно, БМП-2 меня первым выстрелом затрачивает. Короче, косячат, туры все так же. Знаешь, что говорю, Бизон? Я, короче, пока центр разваливался, чуть-чуть пойду. К туру на дороге, осторожно. Завали его сразу же. А у меня на него не наводится прикол, блядь, лаги. А, классно. Обожаю. Ага. У нас пехота ползает. Дельфин, у тебя пехота проползает. Сейчас я ее покажу, но все равно. ПЗРКшник прям за центр заваливается. Вамита, просто убей его. Занимаюсь. Вамита, прям ворьера, давай его. Слишком он нагло приехал. Да ебать, что здесь, сука, с картой происходит? Слышь, или, блядь, ребят, лагами? Танк, вот это, ребят, можно одна видеть, точка нужна. Да сейчас у нас будет больше самолетов. Значит, давай, бежать налево, я буду вот так, чуть-чуть сюда давить, короче. Вот да, это дави, вот! Вот в этот район, у них здесь слабо осталось. Так я что-то и хочу давить, в ту сторону уже иду. Это был сейчас страйк. А что ты сделал? Выбил пехоты кучу. Ёбаные, сука, высоты. Голландские. Если. Слушай, а может мне кто-нибудь с 90-ком помочь? Я нет. Я 72-ка занимаю. Сейчас я тебе вамита тут какой-то покажу. Окей. Хорошо. Падла. Ай-яй-яй, не было, не успел. Тут целое отделение хорошо лежит. Там, блин, 90. Бомба пошла на отделение. Хорошо, ухожу туда, не стреляй по нему. 90 по мне ракеты пошел, да. Блин, как же он медленно едет? Ну что за бред? Кто эти вмораживает? Ты по 90 по МП пустил. Попал. На руку шел. Блин, он дым. Не спеши. Сука, я не успел ракету навести. Кстати, спайки пошла, есть, давай, если давай. Что. Да. Попал в гиг. Вот он. Да разбирать дальше, где Дельфин. Так, мне нужен танк. Бэха третья. Так, все, я в пути на фронт. А, у меня тут еще куча пехот валяется. Че я по нему забыл? Эх, не, но я его поломал, кстати. У 90-х две ханера. Все, давайте, забирайте. А нет, короче, машинка за одним ходом приехала через стол. Слышишь, так? 90-ка без движа. Не, не до него. Можно обработать. Понял. Так, сейчас моя это и ползет. Я попробую отработать ты. Ребята, да сейчас. Все, теперь могу работать по метимке. Угу. Вот он 90. Он обездвижен совсем. Он совсем обездвижен, надолго. Пошла ракета. Стрелял на центре, если что. Сейчас выйду, так, постараюсь. Бизон, я на танке приехал, сейчас буду пехоту крошить. Мне это более удачно получается. Все, минус 90. Вот давай, стрелай. Давай разведывай, я буду по засвету бить. Лол, у меня самолет живой, я думал, он упал. Давай, прифи. А она просто на автоходу едет. А можно без пилотик сбить? Вот я взлетел. Самое главное, чтобы ты не от ВТР, сам ВТР. Вот это Милан влетел, вы выбили. Тройка. Это надо видеть. Смотрите, Вайрер творит чудеса. Тройка по метке. Тройка по метке катается, можешь убить? Да, мы сейчас им фронт прорвем. Уже прорвал. Да, уже. Бизон, вперед. Какие-то по тройке пошла. Отлично. Ну блин, ну начал ты перезаряжаться не вовремя. Попал. Там какой-то самолет у него летит. Сейчас бетер этот выйдет. Уходи. У меня на фронте 30 ДК. Бетер едет на центр, вамита. Сейчас да я вижу. Он с пехоты, сейчас я его выбью. На. Ой, красиво пехоту положил. Самолет на центре.
Мы не после танк ждем. Бизон видел в пуске? Я не слежу за самолетом. Рем, кто-то может подвести. Сейчас, сейчас я не могу. Вами-то можешь кинуть ему депо? А, так. Машину? Не, ремкомплект. Ремкомплект. Главное, самолет не раздави только. БМП, да. Вижу, вижу, ракета пошла по БМП. Я вижу. Вижу БХ. Ракета мимо. Промазал. У меня ствол. Свалил снаряд почти. Все, нет БХ. Фигня, карнет вижу. Ебать. Ах, что-то быстро.